Всем привет. Всем привет. Как оно? А? Сегодня у нас вот такая тема. Будем думать, как работать с безопасностью. Почитал я, значит, про нее вроде как понятно. Так что надеюсь сделать без особых затопов. Много писать придется, поэтому сразу настраивайтесь на большую-большую дорогу. Так, что нам нужно? Нам нужно сперва пару понятий ввести. Первое понятие, которое нужно знать, когда мы работаем с безопасностью, это аутентификация. Значит, читаем. Это подтверждение подлинности чего-либо или кого-либо. То есть в нашем случае это логин и пароль. То есть вот пользователь ввел логин и пароль, это мы осуществили аутентификацию. Второй важный второе важное понятие это авторизация. Авторизация это значит функция определения прав доступа к ресурсам. То есть в нашем случае это было бы, смотрите, мы наделяем юзеров разными ролями. То есть кого-то мы делаем модератором, кого-то мы делаем админом, кого-то мы делаем обычным юзером. И в зависимости от того, какие полномочия у юзера, мы разрешаем или запрещаем доступ к определенным ресурсам. В нашем случае обычно к страничкам. Так, третье, о чем бы нужно поговорить, это о хешировании. Причем тут хеширование? А при том, что мы не храним пароли как текст в базе данных. То есть таким образом мы себя обезопасим. Обезопасим от взлома. Ой, зеваю. От взлома. Естественно, нужно хороший механизм хеширования подбирать. Но это мы позже посмотрим. Окей. Значит так, давайте все это дело закрываем. То есть, кому интересно, как все это дело конкретно происходит, там еще соль добавляют, например, почитайте. На Хабре очень много статей на данную тематику. То есть, как хешировать пароли и как не надо. Окей. А мы идем и создадим новый проект для наших целей. Значит, я пишу, как обычно, рукайка. The one out. Окей. Что мне нужно? Мне нужно security lambok, web, template, база данных. Так, все, больше ничего не нужно. Next. И так. Жду, когда все подгрузится. Все подгрузится. Ждем. Окей, поехали создавать. Начнем с модели, начнем с юзера. Юзер. Какой юзер? Папку мне нужен модель сперва. Домейн. Окей, класс юзер. Так.
И сразу создадим роль. То есть ролевая модель у нас. Так. И сразу пишем здесь юзер и админ. То есть мы реализуем сегодня две самые популярные, самые простые роли. Так, поехали писать. Значит, это у нас в базе данных, поэтому сразу пишем entity. Сразу пишем private long ID. То есть ключ, наш ключ, primary key, ID, generated value, strategy, generated identity. Окей, теперь нужно какие-нибудь поля. Давайте предлагаю следующее. String, естественно, username. Так. Password. Что еще там нужно мне? Давайте email и давайте фон сделаем. Телефон. И мне нужно еще роли. Роли это у нас будет здесь множество ролей. И то есть роли new hash set. Окей, импортим. Это у нас enumerated, поскольку мне нужно обязательно указать, что string. Так, это у нас element collection. Здесь нужно указать, что это у нас target class role class, и нужно указать fetch type. Когда мы удалим юзера, удалится весь этот список роля. Fetch type по дефолту, когда у нас чего-то к многому, то всегда lazy. Значит, мне нужно Игорь. Окей. И мне нужно еще описать collection table. Здесь мне имя. Давайте имя. Roles. Да и хватит. Так. Что тут еще можно показать? Например, можно... Я вот не воспользовался, но когда вам, например, вы хотите имя... колонки в таблице конкретно указать, вы можете использовать аннотацию column и прописать имя, например. Но я ради другого это хотел. Я хочу здесь unique constraint flag true. То есть если юзер попытается ввести уже существующим, выскочит ошибка, выскочит exception, и нужно его будет обрабатывать. Я обрабатывать его не буду, просто мы знаем, что будет exception. Так, здесь мне нужно еще ламбуку, дату. Окей, все. Наша основная база готова. Теперь нам, поскольку мы работаем со Spring Security, нам нужно будет имплементировать следующий интерфейс user details и реализовать аж целых 5 методов. Но. Мы сделаем по-простому, и 4 из них вот таким вот образом, просто это true. То есть Spring Security эти методы каким-то образом будет использовать внутри себя, чтобы обеспечить авторизацию или доступ. Так, здесь мы get roles подчеркивает. А почему подчеркивает? Потому что нужен тип элементов, чтобы был granted authority, а у нас просто роли, поэтому мы берем вот таким вот
хитрым способом Grant от Authority наследуемся, и тут нам нужно реализовать метод. Так. И идея умная нам подсказывает сразу. Окей, все, сделали. С юзером мы разобрались, он нам больше не нужен. Да, не нужен, закрываю. Теперь нам нужен репозиторий. Репозиторий, репозиторий. Для того, чтобы работать с нашим юзером. Так, значит, юзер репо. Только интерфейс. Так, я эту удалю и просто по новой создам. Так, user repo. Так, extends create repository, наш любимый create repository, user. Так, и ключ у нас там long. Типа long. Окей, создали. Теперь нам нужен сервер, который будет Sprint Security использовать. Забыл здесь метод сказать. Мне нужен метод, который find by username. То есть мы не по ID же будем сопоставлять. Конечные пользователи нам же не ID будут вводить, а имя. Имя или email. Но в нашем случае мы будем использовать имя. Так, а теперь возвращаемся к сервису. Сервису. Создаем сервис папку и в нем создаем сервисы. Сервисы. Какие сервисы? Нам нужен user detail service. Давайте вот так вот. My user service details. И он implemented user detail service. Так. Это у нас сервис. Одни сервисы. Сервисы на сервисе, да, не запутайтесь. Нам здесь нужно реализовать следующий метод. Load username. То есть теперь понятно, да, зачем? Зачем я в user repo реализовал данный метод, чтобы реализовать вот load user. Так, return user repo find user name. Окей. Тут пробрасываем exception. Окей, теперь сервис у нас готов. Теперь дальше едем. Возвращаемся к нашим моделям. Я смотрел, когда подготовительно все это дело, как делается, как оформляется, мне понравилась идея, что они форму регистрации отдельно выделили. Registration form. И я сделаю точно так же. То есть, но это будет не сущность, это просто маленькое удобство. Для работы с таймлифом. Так. И здесь мне еще нужен будет метод трансформации. То есть, когда придет форма, мне нужно будет user set email заполнить все это set
Password user set phone phone user set 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 roles set roles set roles мы сделаем чуть позже. Так, set set. Где этот юзернейм? Не вижу пупо. Set username. Вот. Username. Здесь я пока сделаю collection. Collection empty. Пока передам пустой. Return. Мы чуть позже его заполним. А, почему чуть позже? Сейчас надо заполнять. Singleton. Роли. Роли. По дефолту будет юзер. По дефолту будет юзер. Значит, когда у нас форма заполняется, юзер у нас будет юзером. А роль у него будет юзер, то есть самый обычный юзер. Окей, теперь мне нужно создать конфигурационные файлы. Значит, настроечные файлы. Мне нужен конфиг. Не нравится мне название. Создам опять конфиг. Окей. В нем мы создадим файл security config. Окей, поехали. Для начала это у нас configuration. Затем это у нас security. Мне нужно вот enable web security. Окей. Теперь мы имплементим web security adapter. Окей. И здесь нам нужно реализовать следующие методы. Вернее, заоверайдить. Так, это класс вообще-то, это класс. Значит, экстендить надо. Надо теперь заоверайдить следующие методы. Следующие методы это... конфигуры с HTTP параметром и... Builder. Окей. Теперь я сюда инжекчу... Так, что мне сюда заинжектить-то? Сервис мне нужен. Private user. Так, как я его назвал-то, этот сервис-то? My user. Хотя на самом деле мы же можем через интерфейс. Чего я мучился? У меня все равно одна реализация. Окей. И мы его используем вот здесь вот. Пишем HTTP. Так. User service. Такс. Так. Где тут? Тут мне нужно... Чего-то я найти не могу.
Ладно, пока оставлю. Пока оставлю. Здесь мне нужно бин создать. Бин. Значит, паблик. Ой, какой паблик? Private. Password. Password encoder. То есть, поскольку мы не храним чистый текст, нам нужно это дело как-то кэшировать. И Spring Security нам предоставляет некий return. Как можно зашифровать все это дело? Так, new. И здесь некая сила. Паблик. Окей. Так. И теперь мне нужно добавить вот сюда вот. Блин, я просто не туда все это писал. Я просто не туда все писал. Надо вот сюда писать. Я думаю, почему нет меда-то? Надо вот сюда писать, в этот метод. Они еще названия одинаковые, блин, попутали меня. Сейчас вот теперь все понятно. Вот я искал вот этот password encoder, когда этот список проверял. Мне нужно encoder сюда. Encoder. То есть, когда, смотрите, юзер будет вводить данные, Spring Security будет использовать данный метод. Он будет тот текст, то есть юзер ввел какой-то, допустим, вот password, да? Password. Но он его как plain text ввел, как чистый текст. А в базе данных то у нас хэш хранится. И Spring Security будет использовать вот этот вот билдер. То есть он будет доставать, и он знает, как энкодить вот этот вот паспорт. То есть мы вот это, значит, предоставили методу, как достать юзера благодаря сервису. То есть, где у нас сервис? То есть сервис у нас реализует нужный метод. И затем мы предоставляем метод, как он может вот этот паспорт, вот этот хэш загнать. У нас же сравниваются хэши. Окей. Здесь разобрались. Теперь HTTP. Поехали HTTP писать. И потом нам останется прописать лишь контроллеры и темплейты. И все. Значит, пишем. Начинаем нашу авторизацию. Авторизация. Значит, end. Описываем те пути, по которым мы разрешаем зайти всем. Registration, вроде без ошибки. И пишем permit all. Теперь описываем все остальные реквесты. Мы пишем, что требует аутентификации. И пишем form login.
пишем страничку Login Page. Поскольку мы будем использовать свою кастомную страничку, поэтому мы пишем вот такую Login Page. Так, можно указать еще Default Success URL, то есть куда будет перенаправлять, когда юзер вошел. Так, и нам нужен еще логаут. Logout URL. Здесь пишем logout. И также сделаю success. То есть туда же перенаправляю. И это для всех. Все. То есть мы описали метод, мы описали авторизацию и где происходит аутентификация. Теперь нам нужно. Что нам нужно? Нам нужны контроллеры. Нам нужны контроллеры и темплейты. Поехали создавать контроллеры. Контроллер. Так, создадим два контроллера, один registration контроллер, и второй, так, home контроллер, окей, поехали, что это у нас, контроллеры пишем. Home контроллер. Пишем. Напишу здесь request. Забыл уже, что здесь писать. Request mapping. Туплю. Значит, пишем метод. И теперь public string index. Сразу напишу, что здесь будет модель. Get mapping. Вот это весьма необычная вещь, сделает очень классную штуку. Она нам позволит Смотрите, юзер, когда введет и логин, и пароль, мы этот логин и пароль зашифровываем в его куках. И затем мы эти куки можем использовать. И любой следующий запрос, который он делает, юзер, мы можем его распознать и использовать вот эту аннотацию Authentication Principle, чтобы достать из кук параметра юзера. Это мы можем использовать, чтобы отобразить. Так как у нас юзер по дефолту не активирован, то есть он может быть нулю. Я вот в модуль add attribute. Значит, здесь юзер. Я передам тогда get username. То есть типа welcome my friend. Что-то такого. Индекс. А если юзер еще не был авторизирован, то есть нет таких кук, и у нас юзер в итоге равен нулю, то мы
Я от attribute сделаю, снова передам user, но передам строчку здесь anonymous. И return снова index. Окей. Теперь мне нужно создать еще, значит, логин. Здесь просто return логин. Get mapping login. Так, теперь мне нужно создать две странички. Одну я назову user. Так, public. Public string. Хотя лучше давайте я назову for user, чтобы понятнее было. For user. То есть для юзеров, у которых роль user. For user. Здесь ничего передавать не буду. Так, здесь for admin. For admin. For admin. Окей. Создали. Теперь мне нужен второй контроллер. Мне здесь нужен AutoWire. Такс. Что мне тут нужно? Private. Мне нужен encoder. Password encoder. И мне нужен репозиторий. Private user repo. Чтобы сохранять юзера и encoder, чтобы зашифровать пароль. Также мне нужно описать страничку регистрации. Здесь getMapping сделаю. Ой, не getMapping, а requestMapping. И мы registration. Registration. Так. Возвращаем просто registration. Так, и тут у нас getMapping. И нам нужен еще postmapping. Это, то есть мы пытаемся зарегистрировать юзера. String, значит, процесс. Process user назову. Так, здесь нам придет registration form. Так, registration form. И мы пытаемся. Так, для начала давайте return. Redirect. И на форму логина, то есть зарегистрировался и отправляем его на форму логина. Зарегистрировался и отправляем на форму логина. Теперь дальше. User repo. Save. Form.
кто юзер, и здесь мне нужно передать вот этот энкодер и поправить метод. Поправить метод. Мне нужно, я им зашифрую пароль. Вот так, отлично, зашифровали пароль. Так, проверок делать не буду. Так, теперь мне нужно создать темплейты. Мне нужно создать соответствующие темплейты. Поехали создавать темплейты. Вначале простые сделаем. For user. For user. Здесь ничего не будем писать, просто покажем, что... For user page. Вот такой вот простой. For admin. For admin пишем. И здесь аналогичное действие делаем. For admin. Page. Окей, сделали. Теперь мне нужен логин. Так, логин. Прошу заметить, я сейчас буду форм писать, да, но мы его не реализуем. Это сделает за нас Security Spring. Нам лишь нужно указать путь и что это метод post. И здесь у нас, значит, инпуты name, username и password. Я типа вот здесь вот на password не буду менять. Можно, но не буду. Так. Здесь нужно пометить. Окей. И нужна кнопочка. И submit пишем. Value login. Здесь еще я сделаю отдельную надпись, что логин. Page, чтобы ясно было, где мы находимся. Теперь мне нужна регистрация. Registration. Так, давайте я вот это скопирую. Так. Registration page. Registration page. Так, здесь у нас что еще было? Что там было-то? Был email и был form. Так, registration. Так, перенаправляем мы его на registration. Окей, сделали. И нам остался еще индекс page. Пишем, значит, H2
Индекс пейдж. И тут мне нужны ссылки. И тут мне нужны ссылки на все вот эти странички, на которые мы насоздавали. Значит, так, логин. Логин пейдж. Так, здесь я не понял. Так, окей, логин, регистрейшн. For user. For user. For admin. For admin. Так, и теперь мне нужно разобраться То есть мы вот передавали юзера, и я его хочу теперь отобразить. То есть это либо анонимус, либо юзер. Значит, у нас поле. Так, th, текст, юзер. Но. Но. Только если юзер не равен так. Ой, запутался я. Мне нужна кнопка логаута. И здесь ее вот таким вот не самым обычным образом предлагают реализовать. Так. Dash action. Log out. И тут просто input типа submit value log out. И здесь вот я вот здесь хотел этот if поставить. If if здесь что я хочу сделать? Если юзер не равен анонимусу. Анонимус. То есть если он не равен анонимусу, то я отображу данную кнопку выхода. А если равен, то не отображу. И остался последний шаг. Это нужно базу данных. Так, вот база данных. Заполняйте свои. Здесь ничего особенного уже для вас не должно быть нового. И все. Так, нет, еще не все. Я зачем юзера и админ это делал, чтобы продемонстрировать разницу. Вот. Ага. Значит так, что эта штука сделает нам интересно? Эта штука нам позволит следующие вещи сделать. Pre-authorize.
radio, it is as au. Authority, authority. И здесь мы указываем, кому мы хотим это сделать. Здесь, кстати, еще весьма хитро можно сделать. Здесь можно булевую по полной программе юзать. Все. Теперь можно юзать. Давайте запускаем. Надеюсь, нигде ошибок не сделал. И все запустится как надо. Так, поднял сервис. Мы анонимусы. Нам нужно зарегистрироваться. Идем на регистрацию. Заполняем поля. Регистрация произошла. Пытаемся зайти. Нам присвоится роль юзера. Сейчас на главную страничку, опять на индекс пейдж. И мы можем вот сюда зайти. Нет, не можем. Почему не можем? А почему мы не можем сюда зайти? Я же как юзер Дима. Почему я не могу опять сюда зайти? Запрещено. Так. Где-то я оступился. Роль юзера. Вот, кстати, как шифруется вот тот простой пароль из 4 букв. Вот в такую длинную надпись. И шансов, что ее расшифруют, но в ближайшее время нет. Нет. Но меня интересует другое. Где я оступился? Почему мне запрещается вход, а? Давайте я зарегистрирую еще одного. С тем же паролем, по другим именем, по другой этой. Окей. Forbidden. Why? I don't understand. Копи-пазло, вот что я могу сказать. И невнимательность тоже. Зачем-то в два раза админ. Вот это вот у меня было. Конечно же, тут нужно юзер. Окей. Так, я тут зарегистрировал еще одного. Так что давайте подправим у него роль на админа. Так, какой у него? Root user. Так, logout. Ага, еще и логаут нормально не работает. Что за дела, а?
Конечно, он нормально не работает. Метод ты не указал, что метод пост. Он и не будет нормально работать. Так что давайте перезапускаем в очередной раз. И на сей раз, ну, любуемся красотой. Как все круто, четко работает. Итак. Вот мы на главной страничке. Давайте регистрейшн. Ой, какой регистрейшн? Логин. Заходим. Root. Это наш админ. Долго. Долго не просто так, а потому что... Почему? Потому что... Так, где это у нас штука? Потому что вот наш криптор так долго работает. Так, вот мы зашли. Вот наше имя root. Мы можем выйти. Давайте еще раз зайдем. Зайдем еще раз. Root. User. На админку я зашел. На юзера я зашел. Так, выйду и зайду под юзером. Юзер может зайти под юзера, но на админку он не зайдет. Ошибка. Forbidden 403. Здесь, по идее, нужно как-то, ну, страничку какую-то торбезить или что-то в этом. Но главное, все работает. Круто. Танцуем. Время 6 утра. Надо поставить что-то типа Welcome to the Jungle. Окей, все, значит, работает. Все работает. Пожалуй, я повторять все это дело не буду. Очень-очень много всего. Здесь ключевые моменты. Хотя давайте самые ключевые моменты повторим. То есть мы создаем модель, наследуемся от user details и реализуем методы. Мы реализуем лишь get authorities. Причем мы просто возвращаем роли. Потом мы реализуем форму, это просто вспомогательный, где мы шифруем пароль, используя password encoder. Так. У нас всего две роли. Чтобы нас правильно поняли, мы должны наследоваться от granted authority. Окей. Дальше нам нужен репозиторий. И нам нужен, благодаря этому репозиторию мы можем реализовать следующий сервис, User Detail Service, который, по сути дела, просто возвращает нам юзера по имени. Но здесь можно использовать не только имя, можно, например, использовать email. Сути не меняет. Так, теперь идем в наш регистрационный контроллер. Ну, здесь ничего особенного, используем наш энкодер, форма регистрации и пост метод. Так, home контроллер у нас здесь странички, которые требуют авторизации. Странички свободной авторизации, то есть индекс и логин. На индексе мы еще продемонстрировали, каким образом мы можем достать юзера, которого мы передали. Вот когда мы залогинимся, мы передаем юзеру некоторые куки, в которых все это дело зашифровано. То есть вот здесь вот.
вот в этих куках как-то это все дело лежит. И благодаря этому мы можем воспользоваться вот аннотацией Authentication Principle и сразу его приравнять нашему юзеру. Круто, удобно, но не совсем очевидно. Так, дальше что здесь? И нам нужен конфигурационный файл. Нам нужен конфигурационный файл. Здесь мы наследуемся от адаптера и реализуем два метода. Один метод нам обеспечивает, как взаимодействовать с базой данных, а второй метод нам, скажем так, описывает авторизацию, аутентификацию. Ну и здесь мы еще создали специальный bin encoder. Окей. Что тут? Советую посмотреть все это, спокойно посидеть, поразбирать цепочку. И, в принципе, будет все более-менее понятно. А, еще стоит упомянуть, чтобы мы использовали вот эту вот аннотацию Enable Global Method Security. То есть мы прямо к методам вот тут прописываем, к чему мы хотим. Здесь, кстати, можно создавать более сложные условия. То есть можно даже по IP или по каким-нибудь своим там методам. Но здесь вам нужно будет покопаться, как ее называется, в документации. Ну, пожалуй, на сегодня все. Все. И так уже целый час. Это долго, очень долго. See you next... Во-первых, изучайте Spring и see you next time.